Я тоже был веселым и беспечным, доволен каждым днем и всякой встречей рад. И я рассвет, и жизнь казалась вечной. Всего лишь день назад, всего лишь день назад, и я бежал зеленый луга, новорожденный мир. Хотелось мне обнять, была земля цветущая под ногам. Всего лишь день назад, всего лишь день назад. Но я... Радуюсь. Еще осталось много. Впереди счастливых долгих лет. Солнцем освещенная дорога. И в конце дороги яркий свет. И пускай порой пустым обманом держится мятежная душа, ищет путь на ощупь, чуть дыша от сомнения сотканных туманов. Может быть, однажды забреду случайный, отведу нечаянно беду. Невзначай обрадую печали, а в ненастные дни своих вдали, а в любви очнувшись, как от боли сердце встрепенется и на волю вырвется из будничной петли. И опять рассвет, и снова путь, ранним утром под ноги не глядя. Оглянусь потом, когда-нибудь, а пока с собой не в силах сладить. След пройдено, пока еще немного. Солнцем освещенная дорога, а в конце дороги яркий свет. Лариса Григорьева предложила выступить в Крэйзи Милке, мне одному, вот, перед ограниченной аудиторией. Мне как-то увиделось, что это могла быть акустическая гитара, но с Юркой Китаевым. Он очень затейливый, но очень, очень необычный, не банальный, он не просто барабанщик, он музыкант. И если кого-то брать на бас, то он... Кого-то, с кем я не играл еще, знаешь, и кого-то из взрослых.
Ну, я посмотрел, кто рядом есть. Вот Петя Макеенко. Я ему написал через Facebook, он откликнулся. И, ну, он разок мы прошли, репетировали. И на это вот стиснул зубы, на мерзости.
Спасибо. Юр Николаевич, Китай. Ну, это вот редкий человек, это необычный. Я таких творческих барабанщиков, может быть, и не встречал. Но, как правило, барабанщик – это существо, которому все дают советы. Как будто все лучше знают. А он терпит и все время занимается. А у Юрки, кроме парадоксальной фантазии, еще есть манера заниматься тоже своеобразно очень. Его как-то спросили, молодые вообще люди, что нужно делать дядя Юра. Он говорит, садись и играй один и тот же ритм. Через 40 минут ты должен понять, насколько коряво у тебя получается. Если ты этого не услышишь, играй дальше. Если услышал, начинаешь работать над ошибкой. Почему это так? И что нужно сделать, чтобы было аккуратно? А творчество потом. Творчество это все вот оттуда, оттуда. Может быть, что-нибудь услышишь наконец-то. Thank you.
дальше для трио тоже надо как-то это... Гитарист играет и поет, и лучше, чем меньше он будет играть, тем будет лучше. А все ноты сыграет басист и барабанщик. Они играют музыку. Ну вот, вот можно поучиться у Крим, потому что Клэптон может играть все что угодно, но там ему играть просто не приходится. Не надо, ну уже все есть. Еще одно рискованное предприятие. Сейчас. Блюз в центре Москвы. Ага. На коленях.
случайно, потому что такие вещи должны случаться, и они случаются. Курю
Один уже я выступил. Это много лет на гастролях, в досуге, какие-то там разовые халтурки. Невозможно, не хочу. Неинтересно. Неинтересно, да. Морально не готов в большей степени. Когда это воспринимается как вызов, знаешь, вот какая-то изнутри прет дерзость, адреналин. Тут я чувствую, что нет адреналина, мне нужно, чтобы там кто-то сзади громыхал. Принесу.
следующее будет антракт? Какой? Предлагаю. Нет, не согласна. А вот вы демоны, а? Вот вы какие. Ну ладно. Аминь. Давайте. Это один адрес, и в мире
меняются аранжировки, да, что-нибудь там, да. Но в результате приходишь к устойчивому мнению, что публика, конечно, не виновата, но это не ее собачье дело. Ну да, да. Моя песня, как хочу, так ну, и... да. Песенка о родине. Проще.
Приветственное слово. Да. Ну, давай я скажу приветственное слово за кадром. Да. А ты отреагируешь как-то изумленно. Вот. Хорошо. И пойдем потихонечку. Привычные мысли. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, так везли богаче. Ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там была. Также в муках рожают детей. Пилигримы в неведомый край.
«Я привык брать один» тоже удивительная совершенно песня. Она, скажем, за душу брала, когда было 20 лет. И поразительно, что она берет за душу, когда уже за 50. Вот это вот уму непостижимая совершенно вещь. Это вот волшебство какое-то, вот, которому чудеса, нет объяснения. Бывают чудеса, да? Да. Вот эта песня – это стопроцентное чудо, вот, на мой взгляд. Все стерпеть еще труднее. Зажгите свет, а
20 лет назад. А у нас 21. А мы с Ильей Николаевичем сочинили песню. Я не знал, как ее сделать, а он точно придумал. Теперь будет надоедать. Скажите в этой комедии.
Китай. Там нет особых нюансов, там нюансы динамические. То есть надо сэкономить динамику в начале для того, чтобы можно сделать вилку. Так искал, поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днем уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном. А теперь вы... Это же такое счастье, когда столько создано и миллионы людей знают. Это вообще как
вообще, вот вы об этом что-то думаете? Ничего не приходит в голову на эту тему. Еще об этом думать не хочу. Это же потрясающе вообще. А мы с Игорем думаем? Я думаю над этим. Я думаю. Ну, творец, по идее, не должен думать на тему Алексея Романов и его роли. То есть это, в принципе, не характерно. Сексуальный лоханка. Thank you.